сейчас мы на Щегловке. Партизанский проспект, конечная 17-я маршрутки. Вот проходим мимо церквушки. Уже практически достроена. Остались уже маленькие доработки, и забор будут убирать. Вот такие купола как раз рядом с Щегловским кладбищем. А я иду вдоль Партизанского проспекта. Иногда проезжают машины. Вот такой указатель на дереве. На Киев 755 километров. Вечереет. Весь снег сошел. Асфальт уже сухой. И зеленая травка. Здесь ездит 19-й автобус и 19-й А. Червоногвардейки. Один едет на железнодорожный вокзал, а другой на Золотое кольцо. Яма. Такое сообщение. Макеевки и Донецка. Домики здесь на любой вкус. Вот остановка. Улица Якутская. Как раз подъезжает маршрутка номер 17. Дончане живут и не падают духом. Прошла улицу Воронихина, Марковникова. Вот такой магазин. Продукты на поселке. Вот дошла до переезда. Сейчас перейду. Куда грязь? Такой переезд. Сейчас надо, наверное, идти на другую сторону. Здесь тротуара практически нет. Рельсы. Но давно уже по ним никто не ездит. Сейчас перейду на сторону магазина. Пойду по той стороне. С этой стороны хоть тротуар какой-то есть. Еще здесь ходит троллейбус, ой, автобус 10А. Пустили новый маршрут до Червоногвардейки. Ходит, правда, очень-очень редко. Нашла снег, решила почистить обувь. Вот была заправка, и что от нее осталось? Остановка — поселок Фрунзе. Крыши и стены.
И здесь недалеко был гараж театра оперы и балета. Сейчас бездействует. Все закрыто, заколочено. Простаивая территория. Вот закрыто ворота. Это въезд. И большой забор высокий. Но придумали, что будут делать. Может, выкупил кто-то. Уже вставляют пластиковые окна. А мы проходим перекресток. Улица Аргуновых. Вот это. И Партизанский проспект. И вот дошли до специализированного интерната. Новый забор. Въезд, ворота. Даже автобус на территории стоит. Донецкая специальная школа, интернат номер 19. Есть детская площадка. Собственный автобус, два корпуса. Вот какой закат в Донецке. Футбольное огромное поле. И остановка называется школа-интернат. А на противоположной стороне общеобразовательная школа номер 43. Для начальной школы есть спортивная площадка. В окнах еще светится свет. Значит, учителя еще на работе. Почти все окна уже украсили снежинками, узорами. Наверное, еще продленка работает. Все родители на работе, дети находятся в школе. Снежинки, звездочки. Празднично. Адрес: переулок Засядька, 56. Ой, как красиво. Здесь даже нарисовали елочки в снегу и звездочки. Молодцы. Вот так украсили. Вот центральный вход в школу. Сейчас проходим гараж 19-го автобуса. Здесь стояли автобусы, ремонтировались, выезжали на маршрут. Это было 7 лет назад. АТП. А сейчас тоже там стоят автобусы, какие-то газельки. Грузовые большие машины.
здесь какая-то техника стоит. Даже вышка наблюдательная. Раньше был автокооператив. Старые дома, четырехэтажные, Партизанский 25. А напротив трехэтажные. И в этом районе находится техникум легкой промышленности. Стилисты по шитью. Как же он называется поточнее? Сейчас посмотрю. Это двор такой. В некоторых окнах Донецкий колледж технологий и дизайна. Так как уже поздно, преподаватели и студенты ушли домой. И мы пойдем домой. Буду заканчивать. Вам всего доброго, позитивного, хорошего настроения. Если не подписались, подпишитесь на мой канал. И ждите выхода следующих видео. Всем пока!